Ну мы так же по желтой пока ебашим. Да, пока. По дороге, да? Да как заебись, ВПС хоть нормальный здесь. Граф, а почему я один в БТРе? Что-то не нравится, что ли? Мне с вами страшно. Че, давай в кусты заедемся. Бля. Сань, а то че он тут один уебывался больше всех? Ну да. А че это правда, он один, остальные че, пешком пошли, что ли? Или не увидел? Там 3 места. А их 4 человека всего, да? Если кого забыли, значит, беда. Сейчас по полю похуяли. По дороге. Есть.
как-то долго едем. На улицу едем так. Это ж не Феррари. И не Бугатти. Проехал давай. Не, есть давай. Турбо, мы недалеко от твоей метки остановились, будем тебя охранять пока. User in your channel timed out. User entered your channel. Так живой череп? Да, живой. Занимаемся зачисткой. Квадрат. Смотрите, триггер — это стройка. Это стройка, короче, такая, ничем не защищенная, в принципе. Возле нее стоят казармы. User left your channel. User joined your channel. Турбо, ты еще едешь, нет? Еду. Метка актуальна.
Граф, в группе моей зачистки дожидаться, пока Бреттер не приедет. Граф. Сань, зачистил, да? Говорю, в группе моей зачистки дожидаться, пока Бреттер приедет. Саня, лучше дождись, потому что... Но я же говорю. Ну, возьмем и не доедем. Можем и не доехать. Гем, прыгни за командира и вылези наружу и смотри, чтобы сблизи никто не подошел. Что, турбо, тогда и пар сразу до черепа. Говоришь, из люка смотреть? Да, да. Мы тебе тогда это гема высадим и поедем. А что, тебе гем не нужен? Ну, гем графовский боец, просто ему место не хватит. Ты черепа высадишь или графу? Граф. Ага. Череп разгубастился бы. Турбо, высади его на метке гема сюда и пусть он идет в сторону граф высадка, короче, туда, чистит сам. Не вижу метки гем сюда. Увидел. Да, там. Пошел ты, так и едем дальше до метки гем. Смотри, мы перед тобой, не заебашь нас. Ссылка с обывательности. Смотри, не задавить. Серег, что, в городе наблюдаешь, нет? Не знаю, мои молчат. Вот тут стоп. Так, спасибо. До свидания. Поехали. Пошел ты? Да, прямо пока. По красной. Еду к тебе еще. Только подъедь, наверное, чуть не доезжай свои метки, ну, в лесу немножко, пока мы сядем в машину, потом тогда выкатишь, что тогда не скажешь. Хорошо. Стоп. Садись, череп. Парень. Уши пока. Про тебя одного бойца оставить для прикрытия? Не надо, а то я его убью. Ты пойдешь на изгод? Ну да.
Вчера охуенно поиграл. Ну, правда, еще бухал. Да, игр был. Не, мне первое понравилось. Да, мы сразу с Виллисом сгорели. Ну, уж поняли, ну. А вторая, короче, у меня аж комп нахуй заглючил и погас на. У меня сначала Тимот отвалился, а потом, короче, блядь, Арма нахуй заглючил. Скажешь, черт, как выедешь. Сейчас мои сядут. Мне начинать обрабатывать триггер или ждать меток на цели? И жди метки, конечно. Ты уже подъехал? Ну, я на своей метке. Смотри, Турбо, я тебе нарисую бойца моего, который пешком уже пошел к триггеру. Сейчас путь нарисую, чтобы ты не убил его случайно. Понял. Нарисовал красный, нарисовал красный, видишь? Ага. Видите, мои бойцы уже подходят к метке граф высадка, не завалите их там. Турбо, особенно пара работы по домам, которые вот череп высадка 2, вот туда вот. Вот эти ближайшие все дома объебашек. Все, Турбо, я стартую. Хорошо. В принципе, можешь работать. Ты, граф, готов, граф? Мы пешком уже идем. Мы пока особо не я это... на машине полечу к триггеру. Ну, к этому, к деревне. Сейчас, да, эту позицию займу. Мы уже почти подошли, сейчас. Все, я поехал. Поехали, покрасли. Все налево. Череп, притормози пока, ща из леса выйду чуть. Прямо нам надо это высунуться чуть. Просто по прямой? Да.
Давай тут левее уйдем. Так. Все, я на позиции, что начинаю работать по домикам. Мочи уже, мочи. Волнуйся так сильно, бездарно тоже не мочи, бля. Красный круг вокруг триггера, это на КВ атаки переход. Боец не очкует, я впереди него дома обстреливаю. Только сильно осколочь напугался, я тоже не травил, а то потом не останется. Бронебойными работают. Глушина. Все, череп начинает врываться в деревню. Глуши, а назад отскочить в лес. Мало ли нас сейчас СПГ обнаружит. Тогда мы умрем достойно. А, то есть мы их не боимся? Да. Посреди чего-то едет. Наверное, свои. Какой? А, свои. Прям сейчас на 12 часов, вот, блядь, на час. Наши? Да. Мне просто через триплекс видно, что что-то движется, а что-то именно. Опа, мы на метке. Я вижу вас. А может поменяем позицию, а то сейчас СПГ на звук приедет. Кажется, уже СПГ по твою душу выехал, да? В любом. По красной поехали. Ухожу с позиции, не могу работать. Меняй, да, меняй. Сильно глубоко вот так вот, как едем, так вдоль окраины леса. Что там за дымы на дороге? Кстати, да, заезд поставил, воюет. Там противник, да?
Короче, мой боец там мертвый уже, можешь туда работать. БТР. Турбо долго не стоит, турбо. Поехали дальше. Снаряды на пушке закончились, пулемет остался. Осколочные остались? Нет. Ты красавчик, главное эконом, блядь, вообще. По пустым стрелял, короче, а сейчас, блядь, будешь пока почему работать. Зато напугал. Левее давай еще. Кто ГПшит? Кейм, ребята, че? Еще дальше поехали? Нет, стоим. Глушусь? Да. Увидел СПГ. Попадаешь? Не. Машину сломаешь. Сейчас за пулемет весь захуячишь. Ну, по-моему, убил я его. Пытался сесть за орудие. Пулемета 2000. Череп, кто стрелял, череп? Это я по СПГ, вроде там не видно отсюда. Череп живой? User disconnected from your channel. Блять, просто пулемет был, бля, хуй поймешь. Сменимся. Не, пока. Давай, знаешь, что сделал? Чуть вперед, метров 50, и левее, также метров 50. Надо рассмотреть, что там было, блядь.
Стой. Еще чуть вперед. Стой. Бля, пулемет, по-моему. Казарму разрушил, нет? Нет. Я по ним бронебойными стрелял. Триггера есть свои? Переходим на КВ атаки. Давай на КВ атаки. БТР на КВ. На Заир на КВ. Череп на КВ. Чьи там дымы, парни, возле триггера? Метка сейчас ставьте. Все метки повторите на себя. Протащите метки, брат. На кого это?
западных казармах двухэтажных есть противник. Короче, я стрелка убил, колеса ей сломал, и, скорее всего, я не буду. Что, СПГ? Вражеская СПГ, я уничтожил, говорю. Молодец. Ну как, колеса ему поломал. А можно забрать его, нет? А он... не знаю, сейчас попробую. Поехали по красной. Москита. Осторожнее, рядом с тобой, прямо в борт. Москита, ты кого-то завалил? Возле метки Мунзаритов пробежал в нашей форме. Кто... Москита, да, своего забрал фок. Кто сейчас с рюкзаком смотрит в землю? Вот, видишь, СПГ, давай на него. Развернись на вправо, еще левее, развернись, кто это стоит. Чуть не разворачивайся. А его шлем есть на голове? Да, а чё шлем? Вон Фэк тоже. У них шапки. Фокс тоже снял шлем, блять, у него там висит какая-то хуйня, и тоже за шапку можешь посчитать. Стой. Я его предупреждал, да. О, ну, я говорю, он в окно выглянул, и все, я... Первый раз он мелькнул, смотрю, нет шлема, второй раз он уже прям встал и, блин, стрельнул. Москита жив? Да, я живой, бегу. Забрал СПГ. Работай по казармам. По мне работает хуже. Найк, уезжай отсюда, давай поехали назад в поле. Окей, СПГ, если чё, наш. Парни, слышали? СПГ наш. Да. Маски тут ерен стоп. Там Найк 800 этого ПКТ осталось, вот это по казармам поработали. Свои москиты. Кто там возле казарм лучше? Отойдите, чем там работать.
Даю по триггеру залп. Найк, стреляй, не стесняйся. Чё, прям по триггеру работаю? Да. А вот турбо справа от триггера четырехэтажное здание, там может быть теоретически кто-нибудь? Может. Аскит, обнови на себе метку, пожалуйста. Аскит, живой? Живой, метка актуальна. Я знаю, да.
все умрете. СПГ пустой. СПГ, да. Че, поем в триггер? Поехали, как раз. ПК почти кончилось. Поехал я в триггер. Давайте смену в КВ. Как ты? Это по дому БТР стрелял, да? Да. Смена КВ. Стой тут. Я к нему подхожу, если что. Маскет, ты живой? Оставь патрончиков. Давай смену КВ. Что сказали? Блять, меня кто-то с востока обходит, походу. По мне стреляли. Метку видишь, мать? Проба. Сейчас, секунду. Метку-то вижу, но я не смогу тебе ничем там помочь. Давай, левее чуть поднимай. Сейчас шуганем, не за РК, подъедем тогда. Ага. По красной дальше, по дороге. Да-да. Стоп. По нам пуск. Я ничего не вижу, я слепой. Откуда пуски? С рынка. Все, вылази, Найк. БТР пустой почти. Вон, видишь, куда стреляю? Ништяк! Победой!